Гуа Хонг Лен даже не догадывался, что поездка домой в Харбин обернется для него торжественным событием. Именно он стал 2,5 миллионным пассажиром международного аэропорта Владивосток. На стойке регистрации в окружении пассажиров и провожающих обладателю почетного звания объявили приятную новость. Я очень счастлив, очень рад. Я и представить себе не мог, что когда-нибудь стану 2,5 миллионным пассажиром. Для меня это большая честь. Я часто был у вас во Владивостоке, но никогда не мог подумать, что меня примут таким образом. Спасибо большое русским друзьям за гостеприимство. Юбилейному пассажиру подарили сувенирную продукцию и сертификат на посещение бизнес-зала от аэропорта Владивосток. Уникальную уменьшенную копию самолета, на котором полетит Гуа Хонг Лен, вручила компания Chengdu Airlines. Сотрудничество с перевозчиком аэропорт возобновил в этом году после 3 лет пандемии. Сегодня для нас очень знаковое событие. 2,5 миллиона пассажиров – это существенный показатель для нашего авиапредприятия, который еще раз показывает устойчивый рост и развитие как пассажиропотока, так и возможности движения для всех жителей Приморского края. Мы очень рады, что в этом году мы все-таки смогли возобновить перелеты в Харбин после долгого перерыва. В следующем году мы выйдем на ежедневные вылеты, как планировали. Сейчас авиагавань возобновляет маршруты не только в Харбин. Улететь можно в Пекин и Далянь. В следующем году международный аэропорт Владивосток планирует активно развивать направления и в другие города Китая и сделать рейсы ежедневными. Диана Иванова, Денис Фадеев, новости на Восьмом.